Ребятки, всем привет! С вами Александр, и сегодня мы будем сражаться с тиранским тиранозавром, но это не мой аккаунт, это аккаунт моего знакомого, у которого есть своя группа ВКонтакте, посвященная динозаврам и, собственно говоря, всей игре «Мир юрского периода». Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо ему за то, что он дал пароль, в общем-то, доступ к своему аккаунту. К своему Фейсбуку. Я сейчас нахожусь под его именем, так что это не мой аккаунт. Не спрашивайте меня, откуда у меня столько всяких динозавров. Здесь есть все виповские динозавры, здесь все динозавры открыты. Мы обязательно их всех рассмотрим. Здесь вот есть даже вот кентрозавр, который был доступен только для Apple устройства. Здесь есть вот пахиринозавр даже. Это особые были животные, которых у меня нет. Ну, потому что на них, как говорится, закончился турнир. Но сейчас мы приступаем к самому главному. Мы заходим вот сюда, заходим вот сюда, заходим вот сюда. И мы сейчас будем сражаться. Сейчас сразимся виповскими динозаврами. Против. Так, пойдет у нас Таникалогреус первым пойдет, потом пойдет Трестозух и пойдет мастодонтозавр. Бой у нас предвидится довольно длинным. Потом мы еще сходим разными динозаврами, сходим еще, наверное, самыми сильными динозавриками. Ну, в общем-то, ресурсы у нас unlimited. Можем делать все, что хотим, ребятки. Так что сходим виповскими, потом другими виповскими. В общем-то, походим мы всякого разного походим. Не будем особо там стараться, как говорится, прожить как можно дольше. Вот так выглядит наш Таникалогреус. Выглядит очень классно. Удар у него просто бешеный. 1272. Сколько таких можно было динозавров? Можно было 4 Т-рекса завалить, да? Ну, примерно так. Так, кстати, у нас нету музыки, да? А ну-ка. Паузу, нет, музыка есть, звук есть, все включено. Ну, ладно, непонятно. 2 на 2, вот зараза. Ну, пусть будет так. Надо сейчас, наверное, накапливать, пусть он атакует. Вот атакует на 2. Я думаю, два десятка мы их положим легко. Так, ну, как-то странно, значит, что музычки у нас нет. Ну, зато будем наслаждаться звуками и рыками наших животных. Так, атака на 3. 1-1. Вот так. Ну, давай, атакуй. О, у него уже 4, собственно говоря. Надо защиту бы побольше ставить. А то мы много сильно теряем здоровечко. Так, один, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Так, это у нас был какой? Это у нас пятый Т-рекс. 3 на 3. Один он поставил себе в защиту. Хорошо, атакуем на 2. Ну, Таникалогреуса, ну, наверное, до уровня 30 будет хватать силы удара, чтобы ну, разить его с одного удара. А там будет дальше, в общем-то, видно, ребятки. 2 на 4, ну, как и ожидалось. Продолжим. Так, 2, 4, 1. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Так, это у нас серия сколько? Минут 15, наверное, займет сражение такое. Ну давай, 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 давай. 3, 4. Все по плану. Так, Таникалогреус у нас еще живет. Держится. Один, раз, два, три, раз, два, три, четыре.
Это круто, когда за один удар, конечно, можно валить. Так, а ну смотрим, 30-й сейчас на подходе. Да, нам хватает 30-го, это круто, мы его завалим за один удар. Он сейчас у нас на 4, а мы его на 1. Так, мы его на 1, раз, 2, 3. Прекрасно. Вот пока мы за один удар с ним справляемся, это, в общем-то, все легко. Ну вот сейчас придется бить уже на 2. И, соответственно, мы будем пропускать по 2. Не по одному, а по 2. И будем терять с каждым разом 20%. 20%, ребятки. Вот, давайте пока мы можем, в принципе, 3 сделать. От этого мы защитимся, от следующего. Так, ну давай, на 4. Бьет на 4. У нас такое идет перетягивание каната. Ну, конечно, у него канат очень длинный. Целых 99 динозавров. Так, и... Так, еще два раза я смогу сделать так, вот поставив защиту 3, потом у меня закончатся баллы. Но потом появится у нас Престозух, и он 100% сможет убить его за один удар. Так, так, так. Раз, два, раз, два, три. В общем-то, это последний, ну, не последний удар, а еще вот одного Тирекса мы выдержим. Таня Калагреусом. Че, смотрите, мы уже 12-го Тирекса завалим. Опс, я только что затыкал. Я не посмотрел, сколько, насколько он проатаковал. Раз, два, три. Ё-моё. Просто, ну, отвлекся на секундочку, не посмотрел. Атакует на 4. И сразил. Потратил я пару лишних баллов. Теперь любуемся нашего Престозуха. Кстати, да, нужно будет зайти, чтобы посмотреть на них. Так. Ну, один. Раз, два. Три. Раз, два. Ну, честно говоря, да, нам не особо страшно. Сколько мы их завалим? Много, очень много. У него чуть ли не двух тирексов за один удар. О, он теперь действует по-хитрому. Теперь он уже так не поступает, смотрите. Ух, 4, это очень много, конечно. Это, ого, 4. Вот это я пропустил. 1, 1, 2, 3. Он не атакует уже так, как атаковал там. Да, мы просто реально, ну, могли бы боев 5 провести за то количество жизни, которое мы потеряли вот за один удар. Так, вот, вот так вот все по плану. Вот так. Так, 85, точнее 85-й появился. Ну, пока что идет все хорошо. Так. Раз. Раз, два, три. Хорошо. Ну давай, на 4. Молодец. Так, раз, раз, два, три. Вот еще, по идее, два раза мы так должны сделать. Если он нас не подведет, не похитрит немножко. Так, мы приближаемся к моей цифре 20. Сможем мы и больше. Так. Вот мы еще один удар сможем выдержать. Так. Один, раз, два, три. В следующий раз мы вообще не будем защищаться. У нас останется там жизни всего лишь там 100,
103. Давай. На 3. Вот гаденыш. На 3. Так, ну атакую на 2 и не защищаюсь. А, ну придется защититься. Но он все равно проатакует намного. Я думаю, что проатакует он на довольно много. Ну, 4. 2. Вот гаденыш. Ну, в принципе, я уже рассчитывал его потерять, а мы его не потеряли. Так что ничего страшного. Ну, сейчас потеряем. 7. Ну, защищаться даже бессмысленно, пытаться потратить столько баллов, чтобы от него защититься. Кусь. Преста зух пал на 10 минут. О, смотрите, какая у нас красавица амфибия. Это мастодонтозавр. Вот такая вот у нас амфибия подобный димитродон. Так, атакуем на раз, раз, два, три. Так, все, это пал 81, сейчас появился 80. Хорошо, раз. Ой, что-то я чуть не поставил еще два удара. Нам всегда достаточно одного. Так, подождите, а у Престозуха было большего сила удара, да? У него 2800 было. У него жизни просто было меньше. Но он в рейтинге стоял ниже. Так. Ну чё, 4-3. Ну это самый оптимальный способ, я уже вам говорил раньше, что пропускать один удар — это самый лучший способ прожить как можно дольше в этих сражениях. Ну, до 75-го дойдем. Сколько у нас? Вообще-то мы можем еще 10-12. 12 динозавров завалить. 12 тиранозавров, если будет все идти по плану. Угу. Не по такому плану. Так. Он атаковал на 2. В защиту поставил, мне кажется, не больше одного. Не больше 2. 1, думаю, поставил. У него будет 5. 1, 2, 3, 4. Ну, давайте так попробуем. Ничего он в защиту не поставил. То есть мы сейчас пропустим 2 удара. Сбивает он наши планы периодически. Ну, атакую на все 6. 6 это тоже неплохо. Я поставил 4 все-таки. Так, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Свободен. Ну, все равно еще мы пятеро до 70-го дойдем точно. Если где-то не заглупим очень. Так, 1, 1, 2, 3. 1, 2. Ну. Так, 74. Молодец. Отлично справляешься. 1, 1, 2, 3, 1, 2. Мы пока что идем в балансе, как говорится. Ничего не теряем лишнего. Ну, как видите, иногда каждый 10-й тиранозавр... Ну, ладно, не каждый, каждый 7-й какие-то чудеса творит. 4 балла. Вот, атакуют на 2. На 2, наверное, нифига ничем нигде не защитился. Давайте 1, 1, 2, 3, 4, 1. На этот раз защитился. Ну, значит, мы не потеряем ни одного. Атакую на все 4. Атакуют на 3. Вот гад. Вот гад. Придется бить на 2. На 2, 1, 2, 3. В защиту. Ну, хоть поставил в защиту, не зря. Не потратил я лишний балл, как говорится.
Давай, делай свое грязное дело. Атакуй на 4. Бесконечное ваше количество. Упс. Упс. Фу, хорошо, что он поставил защиту, а не перенес. Так, у нас запаса уже не осталось. Начинают они тут уже хитрить, юлить, мудрить. Так, 2000 жизней у нас еще остается. Так, собственно говоря, он нас может легко подловить. Просто взяв, не проатаковав и не поставив ни одного балла в защиту, он просто может накопить 8 и нас убить. 3 на 3. Хорошо. Раз, два, три, раз. Так. Раз, два. Раз, два. Три. Вот, атакует нас на 5 сейчас. Даже на 6. На 6 нас проатакует. Так, ну мы уже дошли дальше, чем я даже хотел. На 5, да. 69 это. Минус 700 он с нас снял. До свидания. Прошу в студии 68-го. Так, 3-4. Один, раз, два, три. Ну все, нам осталось буквально три удара и хана. Ну, 4, если быть точнее. Целых 20 минут, смотрите, уже 18-я минута идет, а мы все сражаемся. Так, молодец, давай до конца продержись так, как надо. Чтобы мы последнего 65-го тоже скушали. Даже 66-го может быть. Так, раз, два. Ой, что я сделал? Ну, мы ни одного удара уже не выдерживаем, атакуем на 4. Минус 14 тысяч. Ну, дальше нам уже каюк. 64. Надо, ну, на 65-м динозаврике мы остановились. 64-й нас съел. Какая красивая мастодонтозавр, какой прикольный. Хотя он, да, напоминает больше какого-то мамонта, судя по названию, но нет, это у нас амфибия. Ну, так. 35 штучек мы завалили, можно было немножко больше. Ну, пока что так, в общем-то, ребятки. Ждите следующая серия, будут у нас дальше виповские динозавры. Всем пока.